12 июня в День России на платформе «Смотрим.ру» состоится финал патриотической песни. Лучшие произведения прозвучат в рамках 12-часового телевизионного марафона «С чего начинается Родина». Кто же представит нашу республику, на фестивале расскажет Светлана Шаганова. Всероссийский фестиваль патриотической песни – большой мультимедийный проект ВГТРК. Подготовка к нему началась несколько месяцев назад. Отборочный тур проходил в регионах. Участники активно присылали свои песни. В итоге в финал прошли только двое. Карачаево-Черкесию будут представлять певица Айка и дуэт Рамина Китаева и Шамиль Мижев. Профессиональная команда в лице ГТРК Карачаево-Черкесия сняла клипы на песни финалистов от нашего региона. И 12 июня вся Россия увидит творчество исполнителей большой страны. На базе ГТРК «Самара», поскольку первые марафоны мы делали именно на базе этого филиала, мы уже будем делать всероссийский такой вот практически круглосуточный телевизионный фестиваль-марафон патриотической песни, патриотического молодежного исполнения, как я уже сказал, «С чего начинается Родина». Надеюсь, что после этого мы предложим уже нашим коллегам на федеральных каналах новых достойных исполнителей, которые действительно любят Родину, которые песни объединяют нашу великую страну. Сейчас это очень важно. Всегда, собственно, это важно. Но сейчас, в этот период, конечно, очень важно, чтобы была общая такая духоподъемная, объединяющая идея. Я надеюсь, что этот наш фестиваль-марафон и станет началом такой, в общем, духоподъемной истории. Истории великой страны, рассказанные в песнях. И в каждой патриотизм к России, к своему родному краю, к истории Отечества. Вокалисты и ансамбли со всей России станут участниками 12-часового телемарафона «С чего начинается Родина». Трансляцию смотрите на платформе «Смотрим.ру». 12 июня, в День России, с 8 утра и до 8 вечера. Споемте, друзья, все вместе патриотические песни. Светлана Шаганова, «Вести», Карачаево-Черкесия.